На первенство федерального округа по боксу в город Салават ездили спортсмены в возрасте от 19 до 23 лет. В принципе, в боксе это считается самый убойный такой возраст, когда достигаются основные результаты, закладывается на будущее фундамент. Из команды 8 спортсменов поехало из области, из них 6 из Димитровграда и 2 из Ульяновска. Результат практически 100%. 7 из 8 спортсменов завоевали медали. 5 наград боксеры привезли в Димитровград. У Альберта Корябяна золото. Победа обеспечила нам путевку на предстоящее первенство России. Первенство России готовимся от начала года. Сразу цель уже есть. Как минимум на первенство России попасть в тройку. У Алексея Москвина серебро. На соревнованиях он провел 3 боя. Работал, старался на победу. Выиграл первый бой. Второй был в Башкирии. Города Салават. Тяжелый бой тоже был. С трудом выиграл, попал в финал. В финале Алексей уступил боксеру из Уфы. В итоге стал вторым. Олег Федюрин, Никита Аганин и Рахим Ташбалтаев завоевали бронзовые награды. Юлия Лаптева, Жлейка Барвинок. Новости Димитровграда.